Друзья, всем привет! С вами Никита, компания Arkbud Homes. У меня очень-очень интересная, хорошая новость для вас есть. Arkbud Homes летит в Украину, а именно в город Днепр. Зачем мы летим? Летим, чтобы с вами пообщаться, чтобы презентовать вам новые объекты, чтобы рассказать вам, как купить недвижимость в Турции, что нужно для получения вида на жительство, как инвестировать в недвижимость на территории Турецкой Республики и, соответственно, получать с этого пассивный доход. Также ответим на все личные вопросы, как устроить детей в школу, как устроить детей в садик, как открыть бизнес на территории Турецкой Республики, либо же филиал своей компании. В общем, кому интересно, у кого есть какие-то вопросы, кто хочет узнать более подробную, детальную информацию, кто с нами еще не знаком, кто, может быть, хочет с нами познакомиться. Друзья, всех будем ждать в Днепропетровске. Надеемся, что вы найдете время, чтобы с нами увидеться. Самое главное, самая хорошая новость, что президент и основатель компании Arkbud Homes Асым Баштук лично будет присутствовать на этом мероприятии, что делает его очень уникальным, так как у вас будет возможность лично ему задать все вопросы. Квартира, с которой я хочу вас сегодня познакомить, она интересна не только своей ценой, но и локацией комплекса, в котором она находится. Кстати, насчет цены, если заинтриговал вас, в конце видео обещаю, я вам расскажу, я вам назову цену. Давайте немножко поговорим о локации комплекса. Локация очень крутая у этого комплекса, так как в пешей доступности в 20 метрах от него находится спортивная площадка для взрослых, детская площадка с огромным количеством качелей, горок и так далее. Дети ваши найдут чем заниматься. Плюс, что очень интересно, в 20-25 метрах от этого же комплекса есть замечательный парк. Он сам по себе небольшой, но в этом парке находится шкаф, в котором книги. И если у вас появится желание в спокойном тихом месте прийти почитать книгу на русском, на турецком, на английском языке, там вы всегда сможете найти эту литературу, и я думаю, что это вас заинтересует. Также расстояние до моря от этого комплекса составляет всего 150-200 метров или 3 минуты ходьбы. Также в двух, но максимум в 3 минутах ходьбы от комплекса вы сможете найти большое количество ресторанов, магазинов, кафе, аптек с русскоговорящим персоналом, остановку общественного транспорта. Ну, он, в принципе, находится очень-очень близко к одной из самых центральных улиц. При выходе из данного комплекса, о котором я вам буду рассказывать, в 3 минутах ходьбы, если вы повернете направо, вы найдете вторничный рынок, а если повернете налево, вы сможете найти поликлинику с русскоговорящими врачами. Двухэтажные апартаменты планировкой 3+1, общей площадью 150 квадратных метров, которые находятся на последнем этаже пятиэтажного дома, вот этого вот комплекса. Друзья, всего один год назад этот дом был сдан в эксплуатацию, он 2019 года постройки. Предлагаю вам посмотреть инфраструктуру, пойдемте. Владельцу апартамента в данном комплексе будут доступны открытый плавательный бассейн с детской зоной, которая ограждена специальными перилами, чтобы обезопасить ваших детей. Сауна, джакузи, массажный кабинет. Также в этом доме присутствует лифт и круглосуточная охрана с камерами видеонаблюдения. Мы находимся в квартире на первом этаже, в прихожей. Квартира включает в себя 3 спальни, гостиную совмещенную с кухней, 2 санузла, 2 ванные комнаты, балкон и большую террасу. Квартира предлагается с чистовой отделкой, без мебели, поэтому вы можете воплотить в жизнь свои идеи, обставить ее так, как хотите вы сами, а постпродажный сервис компании Arkbud Homes, конечно же, вам в этом поможет. Можете даже в этом не сомневаться. Гостиная в этой квартире, объединенная с кухней, очень большая. С одной стороны панорамное окно, с другой стороны выход на балкон. Но преимущество этой гостиной именно в том, что здесь есть отдельное помещение, в котором вы можете поставить, например, обеденный стол, этим самым освободив место непосредственно здесь, а здесь поставить огромный диван, например, и телевизор. Плюс в гостиной, как вы уже сами можете увидеть, установлен кухонный гарнитур. Вам останется всего лишь докупить технику. Из гостиной комнаты мы с вами вышли на просторный балкон, с которого открывается вид на практически 360 градусов и на горы в том числе. Справа от меня спальня, которую вы сможете переоборудовать либо под детскую комнату, либо под гостевую спальню. Сзади меня находится санузел. Все санузлы в этой квартире оборудованы необходимой сантехникой.
Наконец-то мы с вами добрались до второго этажа. Позади меня находится очень просторная спальня со своим санузлом. Хочу обратить ваше внимание на то, что прихожая второго этажа, она тоже очень просторная. Вы здесь можете поставить все, что захотите, или диван, или кресло, или, допустим, шкаф. Ну что ж, вторая спальня, я бы назвал ее хозяйской, очень просторная, с двумя выходами на балкон. И преимуществом, огромным преимуществом этой спальни является наличие своей гардеробной. Терраса. Терраса на втором этаже, она очень большая. Вид с этой террасы открывается на 360 градусов. Как я уже говорил, с каждой комнаты есть выход на эту террасу, что является преимуществом и делает эту квартиру еще более уникальной. Что ж, друзья, теперь самое важное. Какая может быть цена у этой квартиры? Какая может быть цена, как вы думаете, у квартиры, которая находится на последнем, пятом этаже, в таком замечательном комплексе с бассейном, с сауной, с массажным кабинетом, площадью 157 квадратных метров, всего в 150-200 метрах от моря, который находится вблизи центральной улицы, с детскими тренажерными площадками, парком и очень красивым видом на горы. Как вы думаете, сколько она может стоить? 120 тысяч? Нет, может быть 100 тысяч? Нет, я вам скажу, сколько она стоит. Но перед тем, как я назову вам цену, нужно сказать всего и поставить очень много восклицательных знаков, потому что стоит она всего 91 тысячу 500 евро. За подробной детальной информацией обращайтесь, как вы уже сами знаете, в комментариях, пишите, задавайте вопросы. Еще раз хочу напомнить, что в ближайшее время компания Arbat Homes летит на Украину или в Украину. Кто мне подскажет, как правильно, я сам украинец, но хочу услышать ваше мнение по этому поводу. В город Днепропетровск, Полтава, Запорожье, Харьков. Не обижайтесь на нас, мы не сможем заехать и к вам, потому что время у нас очень ограничено, вы сами понимаете. По поводу места и время проведения, обращаться по телефону, который вы сможете увидеть, записывайтесь, мы ответим на все ваши вопросы, замечательно пообщаемся, познакомимся, с кем еще не знакомы, с кем уже знакомы. Просто приходите, попьем чай, кофе. По поводу даты, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, вы сами все понимаете, какая ситуация сейчас происходит, то это будет 9 и 10 октября этого года. То есть это будет буквально через 9-10 дней. Я надеюсь, что у вас получится найти время для того, чтобы встретиться с нами. Всем пока-пока, с вами был Никита, компания Arbat Homes. Всем хорошего настроения, всем пока. We'll be right back.